Ой! Отпусти руку, тварь! Что делать, гадина? Ногу отпусти! Если следующий ролик не выйдет, то это вот виновата вся эта фигня. Если вы хотите себе прорисованный пресс, либо хотя бы избавиться от лишнего жирка на пузе, либо на попе, но зал вас не привлекает от слова совсем, то китайцы давно уже придумали такую штуку, как электросимулятор для пассивных тренировок. Я его сейчас протестирую. У этого стимулятора есть 6 режимов нагрузки, и им можно качать руки, пресс, ноги и попу. Контроллеры режимов прикрепляются к самому стимулятору через кнопки, и зарядить их можно без проблем через USB-порт. Все просто и элементарно. Давайте тестировать, будет весело. И если вы хотите быть накачанными, тупо Рэмбо, там, вандамами или не знаю еще кем, то вам, соответственно, возможно, эта штука пригодится. Мы будем ее тестировать. В комплекте у нас идет вот таких 3 пульта управления, которые цепляются на наши штуки, которые качают на мышцы рук, ног, головы и попы. Итак, все легко просто. Мы отдираем нашу бабочку вот эту вот. Вот она легко отдирается. Хочу сразу же заметить, что у продавца можно купить съемные вот эти вот эластичные бабочки силиконовые, потому что они со временем могут убиться. То есть вы их со временем можете убить и использовать. Цепляем наш пульт. И опять же, у пульта есть 6 циклов, 6 режимов работы и 10 циклов пульсации. Как-то так. Ну и для наглядности я цепляю прямо вот посередине руки. Ну и будем запускать. Итак, первый и второй режим, как я помню, он для сжигания жира. Второй режим для нормализации мышцы, что-то такое. И там далее третий, четвертый, пятый, шестой для накачки. То есть это уже стресс режимы. Итак, вот запускаем. Запустили. Ой. Я в шоке. Меня аж переколбасил. Ну вот смотрите, вот она мою руку. Больно. Боша. Это первый режим. Мне кажется, оно меня убьет. Я не ожидал. Итак, еще раз. Расслабляем руку, запускаем первый режим. Реально больно. Но нужно привыкнуть. Но вы сами видите, как вот я руку раз... Оно болит прям. Ну вот если вот так делать... Можно себе по башке дать, по морде. Так, это у нас первый режим. Руку качает, ну, просто капитально. Я второй режим боюсь включать. Ладно. Слушайте, ну, первое... ощущение, оно прям колбасит током. Я скажу... Смотрите, как мышца качает. Качается. Блин, что так больно-то, а? Я аж не ожидал. Импульс отдает аж вот, аж на пальцы, в общем. Я скажу, хочу заметить, что когда я прижимаю липучку, то как бы он сильнее бьет. Так. Ну и в жопу, я вам скажу честно. Сильно бьет, очень сильно. Поначалу мне кажется, что нужно привыкать. Но вот это был у нас нижний режим. Теперь верхний режим включим. Это, как я понимаю, второй режим. Мне страшно. Ух ты, елки, Паша! Успокойся. Слушайте. Оно меня... Если следующий ролик не выйдет, то это вот виновата вся эта фигня. Значит, смотрите, на нижнем режиме оно просто дает импульсы, то есть вы видели, как моя рука колбасит, тык, тык, тык. А на верхнем режиме он прямо колбасит током постоянно. То есть еще раз, смотрите, опасный момент. Ох ты. Ну, при этом руку разжать я могу. Вот, смотрите. Оп, Аша, успокойся. Блин, ну тебя лесом, отпусти руку, тварь, я руку разжать не могу, фу, падла,
Сволочь, отпусти руку. Так, ребятки, короче, я следующие режимы пробовать не буду. Штука реально жесткая. Это что-то с чем-то. Хорошо. Она работает беззвучно. Но мышцы прям вот ток колбасит полностью по мышце. Так, хорошо, давайте теперь на ноги попробуем, посмотрим. Ну, а теперь будем пробовать нашу ногу. Так как она у меня волосатая, то я думаю, что... Не, хотя липучка нормально должна прикрепиться. Итак, ох, мне что-то стрёмно, ребят, реально. Так, и погнали. Ох ты, ох, смотрите, видите, как мышца ходит? Так, то есть кнопочкой M мы переключаем режимы. Плюс-минус это мы ему даем мощности, скажем так. Так, мне кажется, что нужно отлепить и вот так вот приклеить. Что-то мне подсказывает, потому что тут мышца. Смотрите, что делает. Что делает гадина? Ногу отпусти! Ногу! Бедный Ляшка. Ну, я вам скажу, оно тут многими режимами как-то бьет, потому что импульсы разные. То есть оно, видимо, ну, оно же, понятно, умное, оно сначала бьет по одному, а потом уже как бы воздействует вот вокруг на эти мышцы, как бы вот так воздействует, а потом вот так воздействует импульсом. То есть очень интересно. Отдадим второй режим, вторую мощность. Ребятки, это же жесть. Это жесть. В общем, штука рабочая. Рабочая 1000000%. Если хотите прокачать, не знаю, шоу в своем теле, короче, не знаю, можно брать. Но если вы стрессоустойчивы, то можно брать, потому что тема очень жесткая. Итак, давайте еще проверим на животе моем или моей девушке. Это, конечно, не знаю, короче, сейчас увидите. Если я ее говорю... проверить на ее животе, то посмотрите. Если нет, то на моем. И теперь смертельный номер. Цепляем он на живот эту вот субалду. А вы на меня не смотрите, что у меня такая повышенная мохнатость, потому что я вышел со времен палеозоя, наверное. Не знаю. Так, хочу заметить, что все очень хорошо липнет. Прям очень хорошо липнет. Нужно изначально цепить регулятор, а потом уже цеплять сам пояс. Вот. Может, не надо? Я не хочу. Ладно. Так, собрался. Жик, да. Итак, поехали. Что-то мне стрёмно. Так, я думаю, тут нужно нам расслабиться. Поехали. Так, будем думать, что оно будет легко. То есть оно сильно током бить не будет. Я останусь жив. Погнали. Нажимаем кнопочку. И вот нажали кнопочку и плюсик один добавили. Нормально, терпимо, если что, кстати. Оно бьет по краям. В принципе, если вы привыкаете, если вы привыкаете к нему, то будет нормально. Нормально. Тебе сейчас это. Сейчас посмотрите еще реакцию на моей девушке. Да. Так, теперь второй режим. Это вот первый режим. Я скажу честно, на пузе оно легче бьет, то есть мышца на руке, она как бы чувствительнее реагирует, на пузе оно нормально. То есть маленькая легкая вибрация, оно вибрирует здесь, с передней части пуза слабенькая, вибрация послабше, тут вибрация посильнее идет. В общем, если вы хотите... Ох, ёлки.
Оно прорабатывает оно мышцы, капит. Оно прям прорабатывает. Еще хочу заметить, что тут есть вот такие вот штучки, дырочки, что вы можете, получается, поясом его дотянуть. Ребят, ну короче, штука прям прорабатывает мышцы вглубь. Она прям реально прорабатывает. А, рекомендую, реально можно брать, если вам нужно такое дело. Потому что я сейчас прямо сейчас чувствую, как у меня мышцы живота прорабатываются не именно сверху, а прям вся мышца прорабатывается прям капитально. Ну и давайте в финальный момент посмотрим, как оно будет, реакцию моей девушки. Ну, моя девушка сказала, что она стыкуха. Это вы видели, как я ее уговаривал. Но в честь, ну в качестве хоть чего-то, короче, попробуем самый максимальный режим. Руки и бицепс, трицепс, нет, это бицуха, это пресс, вот, короче, руки и пресс попробуем накачать. Я буду качать в самом лайтовом режиме, так что, не, ну ладно, второй режим включим. Так можно танцевать. Ну ладно, тут, в общем, кстати, что-то липучки на одной руке. Короче, я вам скажу сразу, во всех режимах не включайте. Так, ну эту руку сильно колбасит что-то. А эту поменьше. Ну вот видите, эта липучка почему-то оторвалась. Я не знаю почему. Вот. Я провтыкал минус с плюсом. Хотя у меня сейчас был, наверное, максимальный режим по случайности, но колбасило оно хорошо и прилично. Хочу заметить, что одна липучка почему-то, ну вот, палец хорошо очень держит, видите, да? Прям прекрасно. Возможно, вот, возможно, я ее как-то не так нацепил. Все, малышка, успокойся. В общем, что хочу сказать в заключение. Извините за мой сумбур, потому что внятно что-то и складно говорить, когда тебя колбасит током, не всегда получается. Могу сказать так. Вещь работающая, действительно, она колбасит током. Можно брать, если вы хотите накачаться. Там говорится так. В течение 20 минут в день, на протяжении 30 дней, вы уже увидите какой-то эффект, какой-то результат. Пока что я точно ничего сказать не могу, потому что я качаю им не 30 дней явно. Таким тортурам, мукам испытывать себя я еще не заставил. Но если вам действительно нужен какой-то биомиостимулятор, вроде они так называются правильно, то ссылочки будут в описании, можно брать. Реально штука рабочая, то есть она реально работает. Если у вас также меньше волосатость, чем у меня, то прямо она на вас будет работать идеально, потому что, ну, мне немножко мешают мои волоски. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравились мои сегодняшние мучения. Хотя они мне понравились, нормальная штука, как новый опыт. Ну, может быть, прикольно. Жду ваши комментарии, как вам вот это вот все действо. И, возможно, у вас были похожие миостимуляторы, вы им качали руки, ноги, попу, там, не знаю, кстати, на попу девушкам вообще, говорят, идеально. Вот, не нужно в зал ходить, на самом деле, можно сидеть возле компьютера и будете себе качать попу, ноги, руки. В общем, всем спасибо, всем пока, до скорого. Комментарии обязательно напишите, продвиньте этот ролик, лайки ставьте, подписочка на канал Вася, ну вы все знаете. До свидания.